многие, которые видели чудеса и знамения, которые кушали и насытились, они потом первые же начали кричать, что не нужен нам Иисус Христос. Вот именно такой Иисус нам не нужен, которого сегодня распинают. И все стали плевать на него. Они все хотели, жаждали о том, чтобы сойди. Покажи свою силу. Другие хотели просто уверовать тогда, когда он бы произвел такую вот именно эту силу. Человек сегодня материальность, он люди материальны. Он видеть хочет. Поэтому обращает внимание вот именно вот на это. На Христа распятого. Но воскресшего он не верит. И поэтому Дух Святой пришел для того, чтобы доказать, что он был воскресший. Так же. Он был умерший, воскресший. Это тот же Иисус Христос, который умер и воскрес. И как бы кто там ни говорил, как бы кто ни придумывал, мы с вами сегодня имеем Дух Святой, который внутри нас свидетельствует Духу нашему, что Иисус Христос, он распятый и воскресший.